Здравствуйте. Мы приветствуем вас. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. В этот день мы решили уйти от мирской суеты, чтобы здесь, на этой поляне, встретиться с актером, сыгравшим одну из главных ролей в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. С нами Давид Гергбиани. Давид, что повлияло на ваше решение? Вы оставили перспективную карьеру актера и начали странствовать по белому свету. Никакого подвига я не совершил. Узнал, что нахожусь в греховном образе жизни, потому что играть, мы не для того живем на этом свете, чтобы играли с начала до конца, а для того, чтобы мы жили и спасли свою душу благодати Божией. Но об этом, к сожалению, нас никто не учил, ни в школе, ни в институте. И пришлось так сталкиваться вот после многих неудач, многих скорбей в жизни. В основном побудило то, что после прочтения Слова Божия, Евангелия, я сразу понял, что все эти романы, которых я наслаждением читал раньше, которые тоже давали кое-что на пользу душе, но все это ложь и обман, особенно сравнение того, что говорит сам Господь Иисус Христос. И я понял, что все, что там написано, это истина. Церковь Успение Пресвятой Богородицы отмечает как праздник. Для простого неверующего человека смерть, успение, это всегда сопровождается горем, болью, страхом. Объясните это, пожалуйста. Знаете, во время Успения для апостолов тоже это было очень горько. Они тоже, наверное, рыдали даже. Но когда проходит время, вот если сравним во время Второй мировой войны, всегда было очень трудно людям. Бедствия были, скорби были великие. Но сейчас, когда празднуем 9 мая, допустим, мы не вспоминаем эти скорби, а радуемся. Радуемся, что победили. Вот поэтому победа над смертью, как это совершилось во время крестного страдания Спасителя и Успения тоже Божией Матери, приближает людей к Богу больше, потому что имеет Божией Матери великую ходатайцу перед Богом. Одно, когда грешный человек молится, одно, когда даже святой ходатайствует перед Богом, но когда выше херубимов и серафимов Матерь Божия ходатайствует перед Сыном и Богом, это уже имеет великую силу. И мы радуемся, конечно, и всегда будем радоваться в этот день. Скажите, вы странствуете по всему миру, собираете православные чудеса. Расскажите об этом. Ну как, не по всему миру, конечно. Хорошо было бы, если я имел бы такую возможность, но особенно в православных странах, где я ищу старцев, духоносных старцев, и слышал о чудесах, которые происходили там. И жажда, чтобы увидеть их. И не потому только, чтобы самому увидеть и радоваться, а особенно для того, чтобы и другим дать возможность, что увидели, услышали это, более утвердились в вере. После всемирного потопа Бог обещал, что никогда водой не будет наказывать человечество. И в знак этого обета сам Господь дарует видеть нам радугу, чтобы радовались и вспоминали Его великую милость к нам, грешным. Главная цель христианской жизни, по словам преподобного Серафима Саровского, заключается в сияжании Духа Святого. Многие удостоились в земной жизни от Господа этого дара. И некоторых из них, как преподобный Иоанн Румынский, он отметил даром нетления телесного, преобразующего наше будущее всеобщее воскресенье. Почитание нетленных мощей установлено в церкви с древних времен. Прикосновение к этим святыням с верою и любовью часто сопровождается чудесами, исцелением больных, утешением отчаявшихся, укреплением сомневающихся, рождением веры в сердцах неверующих. Греция, город Патра. Здесь был распят на кресте святой апостол Андрей Первозванный. Видя честную главу апостола,
благоговейно прикасаясь к ней, чувствуешь неразрывную связь с апостольскими временами, понимая, что Бог един властен над временем. Первая стопа христианина, и притом первозванного апостола Андрея, ступила на землю русскую после проповеди в землях Малой Азии и Грузии. Вы видите эту святую нетленную стопу. С ней связано такое чудо. Из нетленной стопы вынимали частицу для того, чтобы поместить ее в икону святого Андрея для детской духовной семинарии. В это время из стопы пошла кровь. Оказывается, что на острове Кефалония тоже есть Андреевский монастырь, где находится правая стопа апостола, в красивейшем ковчеге. Вот кто сможет сегодня нас, грузинов, русских и греков, объединить с Духом Божиим, православной веры, самим Господом, Иисусом Христом, нареченный, первозванным, святой апостол Андрей. Нетленные мощи святых угодников. Что это такое? Не то, что там бальзамируют у каких-то грешников. Не то, что там тутанхамоны и так далее. Они вообще не тленные. Но никогда не начиналось тление на их тело. Тем более, никакие чудеса от них не было, чтобы люди спаслись. Когда святой нетленно лежит, сначала начинается тление. Это обнаруживается. А потом прекращается. И потом уже Господь его хранит нетленно. Еще даже мира точит из них. Вот Николай Святой, мир Киевский, точит мира его целого. Что значит мира точит? Это значит мира, вещество, которое сам от Господа. И мы живем со судьбами, или с головы, или с цела, или с костей, или с иконами иногда. Прямо идет благоухающая мира, с верой прикладывающиеся люди получают исцеление. Да, я тоже слышала о таком чуде, как мироточивые иконы. Может быть, поподробнее об этом расскажете? Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы вновь обращаемся к тем, кто от Бога, и ко всем, кто желает стать чадами Божиими. Когда всемогущий Господь из недр земли дает нам для временной жизни чистую, а иногда и святую воду, нас это почему-то не удивляет. А вспоминается мне, что в детстве мы с вами всегда с удивлением размышляли о тайнах природы и человеческой жизни. Вернее, искали истину, благодаря тому, что Господь всегда стучал и продолжает стучать в двери нашего сердца и жаждет, чтобы мы уверовали в Него. Иисус Христос на иконах проливает слезы за нас и призывает к покаянию. Вместо нас, грешных, плачут иконы. Кровоточит икона Спасителя в Греции. Кровавыми слезами плачет Богомладенец. Раньше икона выглядела обыкновенно, но сегодня горе у нас. Невинные дети погибают на наших глазах. На острове Андрос в Эгейском море находится чудотворная икона Божьей Матери, с которой одновременно течет кровь и святое мира. Удивительно, что замироточила даже бумажная копия этой иконы далеко от Греции, в Швейцарии, в доме у одного православного христианина. Он глубоко верующий человек, и, удостоившись этого чуда, благоговейно хранит вату со святым миром и с каплями крови. Мы очень обрадовались, когда нам подарили частицу этих святынь. Иерусалимская нерукотворная и слезоточивая икона Божьей Матери во Святом Граде. Недавно в Салониках написали новую копию этой иконы. Одно, когда человек рисует с Божьей помощью, но когда сам Господь дарует нерукотворный образ, вот это великое чудо. В Иерусалиме есть еще одна слезоточивая фреска Божьей Матери, на которой Матерь Божья то открывает глаза, то закрывает.
В Греции, в городе Патрах, есть православный женский монастырь, где находится мироточивая икона Божией Матери Одигитрия, то есть путеводительница. Она благоухает. Чудо и то, что мироточивые иконы во всем мире имеют разные благоухания. На острове Андрос фреска Божией Матери начала источать кровь. Вскоре сообщили о взрыве в Чернобыле. После катастрофы икона начала мироточить. И это продолжается по сей день. По плодам узнаваемо дерево, сказано в Евангелии. И вот истинная вера и любовь одного мирянина породила еще одно спасительное чудо. У него дома, кроме других святынь, есть медальон с изображением святого царя Николая II и царя Михаила Феодоровича Романова. Каждый год в день убиения царственных мучеников из него течет святое мира. Во всем мире плачут иконы. Плачущая икона в городе Аламагодо, Соединенные Штаты Америки. Плачущая икона Божьей Матери в городе Чикаго. Икона Божьей Матери Страстная, город Нью-Йорк. Слезоточит бумажная икона. Божья Матерь Иверская, Грузия. В женском монастыре в городе Мцхета. В 1917 году икона начала слезоточить, чем предупреждала о грядущей страшной революции. Мироточивая икона Божьей Матери Элеуса, Греция. Этот мироточивый крест находится в городе Обнинске, в Калужской области. Из-за обильного мироточения под крестом положили вату. Апостол любви, святой Иоанн Богослов, слезами молится перед распятием вместе с Богородицей за весь род человеческий, в том числе и за распинателей Христа. И сегодня, когда некоторые люди вновь распинают Христа страшными грехами и наводят ужас на народ, это плоды неверия, ибо не ведают, что творят. На фоне в 1982 году Йосеф Муниес получил подарок икону Божьей Матери Иверской. Не такого размера, как оригинал, но маленького размера. Он читал акафист перед ним в протяжении 2 недель в Америке. И начал текать мира, икона. Из иконы шла мира, благоухающее вещество. От Бога. Чудо великое. Постоянно мироточит. Она постоянно мироточила, 15 лет протяжения. Вы представляете, не то, что кто-то рассказывает о мироточении, пришли, увидели, ничего нету. Только в Великую Пятницу, когда Господь распят на кресте, и в Великую Субботу перед Пасхой останавливалось мироточение. А в Великий Праздник Пасхи мироточение возобновлялось. Перед чудотворной иконой Иверской и Монреальской священство часто служило молебен о здравии. После молебна они вынимали благоухающим святым миром пропитанную вату и по частям раздавали верующим для исцеления, а новую вату вновь вкладывали под икону. Известно много чудесных исцелений от этого святого мира, иссякающего с пречистых рук Богоматери и Богомладенца, а также и восьмиконечной звезды с плеча Пресвятой Богородицы. А что сейчас с этой иконой? Вот враги Христа убили Йосефа Муниеса, икона потеряна, никто не знает, где она находится. Сейчас ее нет. Она была в зарубежной русской православной церкви. Сейчас никто не знает, где находится эта икона Иверско-Монреальская. Мы потеряли такое великое чудо за грехи наши, скажем так. Покойтесь на блаженной памяти его, Господу помолимся. Простите ему всякое прегрешение, вольно и невольно. Господу помолимся. А не осужденному предстать у страшного престола Господа славы. Вот даже недавно было тысячелетие Иверской иконы, оригинала. Как в 999 году
икона с огненным столбом приплыла на Афоне, у Иверского монастыря, по морю. И все монахи Афона видели это чудо протяжении 3 дня и 3 ночи. И монах, преподобный Гавриил Грузин, удостоился, он пошел по морю, как по суше, после видения Божьей Матери, и доставил эту икону в Иверском монастыре. Но вам удалось не только побывать на Святой горе Афон, но и снимать там. Может быть, расскажете об этом? Святая гора Афон, полуостров. Там живут только православные монахи. И расположен 20 православных монастырей. Святая гора Афон. Когда я впервые побывал на Святой горе Афон и в протяжении месяца странствовал по разным монастырям, меня не покидало удивительное ощущение везде присутствия Божьей Матери и материнского попечения всех нас. Здесь живут монахи многих национальностей, но у них одна вера. Все они православные. Я лично знаком с монахами из Англии, из Австралии, Ирландии, Австрии, Франции и так далее, не говоря о населениях из православных стран мира. Эсфигвенский монастырь. На флаге надпись «Орфодоксия о фанатус», то есть «Православие или смерть». Во дворе монастыря паломники прикладываются к святым мощам. Игумен монастыря, отец Ефимий, благословляет грузинского архимандрита отца Григория. Невольно вспоминается, как 1000 лет тому назад в этой же монастыре также благословили основателя русского монашества преподобного Антония Киево-Печорского. Здесь на горе находится его келья. Монахи бережно охраняют келью, память великого святого. Английский язык. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy to me sinner. Потом французский. Monseigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, epitetma me péché. Потом греческий. Kyrie Jésus Christe, Iete Teu, eleison me ton amartolon. Потом центральноафриканский, в Конго, Йоруба. Буэна Иесу Христу Муэна Мамунгу Итуромия. Потом славянский. Господи Иисусе Христе, Сына Божий, помилуй меня грешного. И потом староарамейский, на котором Господь наш Иисус говорил. Адонай Йехошуа Хамешиах Бен Элохим Хусалай Хоте. Амин. А я на грузинском скажу, да? Скажи. Упало Иесу Христе, Дзеог Муртиса, Ушемицалы, Мецодвили. А сейчас Отче наш, как вы знаете. На котором Господь Христос говорит. Да, да, это очень старый язык. Абинуше Бешамаим, Инкадешем Хатавома Кутеха, Яцрецамеха Кмо Башамаим Кенхам Барец. Телам Хайом Лахем Церхейну, Услахлам, Этхаватин, Кашер Анаху, Сухим, Лехавин, Сербский схимонах Даниил и грек Ефимий часто посещают эту святую келью и уносят с собой мир и благодать. Это как рай. Оттуда не хочешь обратно возвращаться. Такое место. Особенно женщинам нельзя там побыть. То есть такое благословение, потому что Матерь Божия, Дева Мария сама охраняет этот полуостров, чтобы монахи были в полной чистоте, понимаете? Никакие соблазны, чтобы не были, и что православие там было всегда в чистоте. Но сейчас такие времена, что, конечно, старцы живут на Афоне, вот как старец Максим, особо избранный Божьей Матери, избранный к Божьей Матери, старец Максим, ему 97 лет. Даже явился наяву ему Божья Матерь и соизволила,
что сам старец Максим построил церковь. Это великое чудо, что вот в этом веке старец Максим сподобился видеть Божью Матерь. Мы были у него, взяли благословение и попросили молиться за нас, за нашу Родину, которая сейчас нуждается в подкреплении духовной. Давид, а скажите, о чем говорят православные чудеса современному человеку? Что они могут сказать? Чудеса бывают от Бога и от дьявола. Поэтому надо иметь рассуждение. Старцы определяют, какие чудо от Бога или от дьявола. И поэтому мы мчимся к ним, старцам, и на Афон, и в Греции, и в России, и в Грузии, везде. Общение с афонскими старцами – это поистине дар Божий. Это великие учителя благочестия. Их духовная сила привлекает паломников со всего света. Пусть это монах или мирянин. История святости показывает, что старцы, как правило, это будущие святые, как, например, убиенный недавно в Иерусалиме иеросский монах Филуменос. Он служил у колодца святого Якова. Чья-то злая рука, прервав его жизнь, не дала ему напоить святой водой многих жаждущих. Но сам же он до конца испил чашу страданий, удостоившись от Господа мученического венца и телесного нетления. На фотографии подлинное чудо. Слепой старец Паисий излучает неземной свет. Рака с мощами великого учителя Вселенской Церкви, святителя Григория Богослова. Вообще чудо для того, что люди помнили о Боге. Потому что мы же забываем, даже верующие люди, забывая о Боге. На Афоне сейчас не так легко уже, потому что есть пророчество, что Матерь Божия в лице иконы Вратарницы покинет Афонскую гору в последние времена из-за отступления монахов чистоте православия, понимаете? Там сейчас строятся как-то новые здания, высокие эти, подъем краны даже работают, непривычно. Расширяют дороги почему-то. Значит, кто-то хочет, чтобы там и женщины тоже зашли. Мирские люди там изо всех стран мира. Особенно доступно для неправославных, к сожалению. А православные очень трудно там попадают. Почему? Может быть, потому что греческие власти боятся, чтобы они не остались там монахи. Может быть, не хотят, чтобы монашеская республика больше расширилась, потому что все идет к распаду, к разложению. Там есть Андреевский скит, великолепный русский храм, пустует. Нету там русских монахов. В Вероне тоже, в грузинском монастыре, ни одного грузинского монаха нету. А там качается лампада, единственная лампада, которая сама качается во всем мире, это на Афоне, в Вероне. Я видел своими глазами, целую неделю я смотрел, как она качается, останавливается сама и начинает качаться, и вот полметра радиуса вот так качается. Это обозначает землетрясение, война и эпидемия. Будет в Грузии. То есть это как предупреждение? Предупреждение. Но там нету грузинских монахов, чтобы молились о Грузии. Вот в чем беда. Есть такая книга «Письма Святогорца». Там русские монахи пишут, что на горе многие говорят о том, что когда икона покинет Афонскую гору, через какой-то промежуток, это никто не знает, пойдет в Иверию. Иверская икона пойдет в Иверию. А преподобный Серафим Саровский пророчествовал, что основные иконы чудотворные, чуть не все, пойдут в Россию. Потому что гора после землетрясения или какой-то, после какой-то кары Божьей пойдет ко дну.
Это можно понять и духовно, и телесно. Преподобный Нил Мироточивый говорил об этом. Есть пророчество. В праздник Успения Божией Матери желательно поговорить о том, что Матерь Божия во всем мире православном имеет 4 удела. Что значит удел? Значит, Господь даровал ей какое-то определенное место, чтобы она ходатайствовала перед Богом и особо сохранила эти места. Вот когда после Вознесения Господа в первом веке на небе апостолы стали жребий брать, кому где проповедовать? У Божьей Матери выпала жребия и верия, то есть это старое название Грузии. Первый удел по жребии стала и верия. А потом случилось так, что Матерь Божия, по велению Господа, оказалась на Афоне, на Афонской горе. А в Грузии проповедовал святой апостол Андрей первозванный, Симоном Канонитом апостолом и апостолом Матфея, которого избрали 13-м апостолом вместо Иуды Искариота. Так что первый удел Божией Матери по жребию и верия, то есть Грузия, второй удел Афон, где 20 монастырей находится православных сегодня. Третий – Киево-Печорская лавра, где находятся нетленные мощи русских святых, где-то до 200 или больше, по-моему. Четвертый удел – это Дивеево, где преподобный Серафим Саровский, великий угодник Божий, основал монастырь женский, и его нетленные мощи почивают как раз сегодня в Дивеево. И, наверное, вы знаете, что есть пророчество, что в последние времена он воскреснет. Для многих это чудо невозможно, для многих. Но кто верит, что Иисус Христос воскрес третий день, для тех это не то, что они верят все это. И преподобный Серафим как раз научит всех нас, если будем в то время живы и здоровы, как надо быть православным. Потому что сейчас мы очень во многом ошибаемся. И миряне, и священство, и все. Вот эти 4 удела, где особый благодать Божий проявляется по ходатайству Божьей Матери. Я везде вот в этих местах побывал, собирал камни и вот снимал так, все как мог. Давид, вы много путешествуете по всему миру. И наверняка что-то с собой привозите. Где это все находится? В Тбилиси, дома. Дома? Да. А разве можно хранить святыни дома? Благословение можно. Это наша молитвенная комната в Тбилиси. Здесь мы видим разных святых, то изображение, то вот хитон Божьей Матери, который находится в городе Зубдидзе, в музее. И две нитки от хитона Божьей Матери, Великая Святыня. Великая Язма, святой горы Афон, где Афанасий основал лавру, преподобный Афанасий. Вода от Дивеева, от источника Серафима Саровского, преподобного. От Почаевской лавры вода, которая идет от стопы Божьей Матери. Изображение нетленной руки святого Иоанна Златоуста, великого архипастыря. Материя, от которой охраняла и было на цели святой Варвары после Второй мировой войны до тысячелетия крещения Руси. Она по сей день благоухает. Частица этой материи, конечно. Вот. Материя от киево-печерских нетленных святых отцов. От Монреальско-Иверской Божьей Матери. Мы знаем, что течет мира, и вот этот мира хранится здесь, в нашей комнате тоже. Камень святой горы Синай, где
пророку Моисею явился Господь в неопалимой купине, и эта неопалимая купина в окрестностях вот на камне изображена по сей день. Чудо. По всей стороне камня вот это все видно. И там монастырь Великомученицы Екатерины и перс знак того чуда, что Господь во сне передал ее вот этот кольцо. Перчатка святого Макария, митрополита, мученика. Здесь святое мира от главы святого Климентия Папа Римского. Он первым веке жил и его рукоположил апостол Петр. Носки святого преподобного отца Антония Виленского чудотворца в Вильнюсе его муши хранится в сей день. Вино из Кани Галилейской. Мы знаем, что Господь первое чудо делал в Кане Галилейском и воду притворил в вино. Четыре камня и четыре уделя Божьей Матери с Афона, с Киева, с Зивеевского монастыря и с Крузы. И здесь хранится тоже великая святыня. Частица от животворящего столпа, который в Амцхете находится. В этом кресте хранится мощи нескольких святых и частица от животворящего креста Господня. Этого мне подарили афонские монахи. И, наконец, я хотел вам показать кровяную камень, который все в крови от святого Василиска, которого казнили и мучили за Христа и убили, в конце концов, в Камане, в Абхазии. В Грузии находится это место, и по сей день там можно найти такие камни. Если после молитвы долго искать, вот по сей день это сохраняется после 1600 лет приблизительно. Вот весь камень, смотрите, все в крови мученика. Там была история, что когда не давали воду, он умирал уже от жажды и от того, что кровь истекала из его ног, его одели такие сапоги, что было видны гвозди. И потом он попросил Господа, что Господи, дай мне воду перед смертью. И из 12 мест от горы вытекала сразу вода. И оттуда уже речка пошла, и сейчас вот там люди идут, чтобы очиститься от грехов и выздороветь, чтобы они выздоровели. Вы сами нашли речку? Ну, конечно, я 2 часа протяжении я с моими друзьями там искали. Там даже все не могут войти в эту воду, такой холодный, еще иметь силу выгонять бесовых людей. Поэтому нам сначала тоже было страшно, но после молитвы, благословения отцов, мы были в этой воде, 2 часа искали, вот нашли эти камни. А этот крест из святого горы Афон, там был великий старец Паисий, который недавно скончался. И он сам подарил мне этот крест. А этого креста подарил мне игумен из Евсигнесского монастыря, Ефимий, отец Ефимий. Много у нас святых, но всех перечислить невозможно. Поэтому вот вкратце так недостойно сказал. Коротко немножко. Простит меня Господь. Давид. О чем говорят современному человеку православные чудеса? Как пророчество предупреждает нас, так и чудеса тоже говорят о многом. Во-первых, не дают забыть о Боге. Господь хочет, чтобы мы всегда помнили о Нем. Потому что, знаете, вот сейчас неприлично говорить, потому что люди, многие не верят в Бога, а если еще
будешь говорить о дьяволе, который существует, дух злобы, он всегда делает так, чтобы люди помнили о удовольствиях, даже помнили обиды. Это обида, злопомнение есть духовный печать Антихриста, как святые учат нас. Если мы не будем прощать друг друга обиду, тогда наша молитва, наш пост, наши добрые дела, как будто все проходит бесследно, потому что Господь иначе не может нас простить. Мы слышали, что в праздник Успения в Греции происходят чудеса. Расскажите о них. На острове Кефалония происходит несколько чудес Божьих. Начиная в селе, в деревне Агиос Герасимус, где преподобный Герасим Кефалонийский лежит нетленно. И второе чудо со змеями, которые выползают с горы, заходят в храм и как будто слушают литургию. Когда люди уже не ходят в храм, змеи ползают в храм, и до конца литургии они не боятся людей. И даже дети не боятся змей. То есть как будто те времена, когда во время до грехопадения Адам и Ева с разными животным миром были в гармонии, жили. А это ядовитые змеи? Как? Они ядовитые. Конечно, они размером не очень длинные и небольшие, так что, но все равно между змеями и людьми есть же страх, конечно, природный страх. Но в эти дни этот страх аннулирован. Это тоже чудо. Еще есть лилии. Во время благовещания люди приносят у Божьей Матери, перед иконой ставят свежие лилии. Греция. Мы на острове Кефалония. Сегодня праздник Успения Божьей Матери. Мы направляемся в столицу Кефалонии Аргостоли. В дороге нас застал дождь. И мы узнали, что на острове 4 месяца не было дождя. Но в этот день, по обычаю, верующие молятся и просят дождя. И воды сходят с небес вместе с радугой, в знак милости и благодати, а не гнева и наказания. Правду говорят, что Кефалония – это остров чудес. Хозяйка дома, где мы гостили, с великой радостью вынесла нам иссохший стебель лилии, только что распустившимся на нем живым цветком. Дивные дела Твои, Господи! Видите, стебель, правда, сухой. Он ломается в руках, но вот и живой цветок на нем. Слава Тебе, Господи! Мы спешим в ту церковь, где это чудо происходит каждый год в праздник Успения Божьей Матери. История чуда такова. В 1953 году в Кефалонии произошло сильное землетрясение. Были разрушены все здания, в том числе и храм, стоявший на том месте, куда мы сейчас направляемся. Кефалонийцы дали обет Богу, что восстановят церковь. Они воспринимали происходящее как Божье предупреждение. Поэтому в день Успения происходят не только чудеса с дождем и лилиями, но и маленькое землетрясение, 3-4 балла, как знак от Бога. Кефалонийцы исполнили свой обет и построили этот храм. Эти засохшие цветы были принесены в храм в праздник Благовещения 6 месяцев тому назад. Тогда они были живыми. Прошло время, и на засохших стеблях без воды и солнца, под стеклом иконы Божьей Матери Панагия Крини, Панагия по-гречески значит «Пресвятая», распустили живые цветы, соединяющие небесной аркой 2 богородичных праздника – Благовещение и Успение. На этой старой иконе Божьей Матери, уцелевшей после землетрясения, лежит совсем сухой с виду безжизненный стебель, напоминающий собою наши иссохшие от безверия души, но цветет на нем, как знак Божьей любви и вечной жизни, белоснежная лилия.
радостно, что в церкви много молодежи. Добрая, боголюбивая госпожа Андромахи увлеченно рассказывает историю о том, как у нее дома несколько лет подряд происходит это чудо. На одном сухом стебле появляются сразу три цветка. Кефалонийцы рассказывают о своих чудесах охотно и подробно. Эти рассказы можно слушать часами. Наступает самый волнующий момент праздника. Икону открывают и достают из-под стекла чудесные цветы, освещают и раздают прихожанам. Какое великое счастье держать в руках живое свидетельство благодати. За другим чудом мы едем в деревню Маркополо. Наверняка вы боитесь ядовитых змей, мои дорогие братья и сестры. Я тоже боюсь. А вот православные кефалонийцы дни празднования Успения Богородицы совершенно не боятся их. И змей, ежегодно приползающий в храм, на праздник тоже не боятся людей. Исчезает вековая вражда, возникшая после грехопадения человека в раю. Таков это чудесный остров. Велика и горяча вера его жителей от мала до велика, прославляющих Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистую Матерь. Вот что могут рассказать о вере маленький дождик, небольшое землетрясение, нежные белью лилии на высохших стеблях, нестрашные ядовитые змейки и ваш покорный слуга, многогрешный, но любящий вас раб Божий Давид. Слава и благодарение Богу за все. Почему некоторые христианские конфессии не почитают крест? Потому что дьявол боится больше всего креста и внушает своих подчиненных, которые в гордыне своей не принимают православное учение о кресте, о Христе, о таинствах церкви и так далее. В гордыне своей они выдумывают какие-то вот разные теории и идут волей-неволей против Христа уже, против креста, против традиции, против предания церковного, кстати. Господь сказал, что держите священное предание. Не только, что Библию и Евангелию надо держать и исполнять, но и предание устное. Это обязательно. Иначе уже секта будет. И православие. Крещение у нас не идет правильно. Апостолы сказали, что три раза надо погружать человека в воде. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Греки везде и всегда три раза погружением крещаются. И посмотрите, пожалуйста, в Греции. Кипит жизнь. У них есть свои недостатки, но то, что они получили благодать Святого Духа во время крещения, это видно на их работоспособность, на их знание. Они верят очень. И Господь многие чудеса как раз дает грекам. Надо подражать. Святая Русь. Где эта Святая Русь? Вы должны быть вот это составлять. И мы все, которые находимся здесь, гости, пришельцы, или все равно православные же мы. Мы должны любить друг друга. Почему сейчас война? Дагестан, была в Чечне, была в Грузии, в Сербии. Потому что люди перестали верить в Бога, выдумали новые философские доктрины и во имя демократии или во имя что угодно
Эти культурные, начитанные люди, генералы, хоть там что угодно, воюют друг друга. Написано в Евангелии, что восстанет народ против народа, брат на брата. Почему мы не верим в Евангелие? Там все написано. Из-за того, что мы не живем по-евангельски, по заповедям. Поэтому мы убиваем друг друга. Не только на войне, не только бандиты убивают или киллеры. Все эти женщины и все их мужья, которые в согласии делают аборт, это есть умышленное убийство. 8 миллионов маленьких детишек в России убивают. И что еще вы хотите, чтобы был мир по всей земле или в наших душах? Как же, мы все убийцы. Как же мы можем, чтобы назывались православными христианами? Если опускаем, что в нашей государстве и в Грузии, и в Сербии, и в России убивали миллионов детей, люди, неужели мы еще считаемся нормальными после того, что мы можем так жить? Еще театры работают, кино, хотят там что-то, чтобы было все хорошо. Россия проигрывает войну с Чечней, с маленьким народом. В чем дело? Без Господа никто не может победить. Господь попускает наши поражения. Грузия проиграла с Абхазией. Правда, там Россия помогала, но все равно. Когда у нас был царь, святой Давид-строитель, он ни одну войну не проиграл. В чем дело? Помогал Господь. Вера. Вот. Сейчас иссякла вера, иссякла любовь. Только зависть и так далее. Каждый человек по отдельности знает, в чем заключается его крест. А в чем заключается наш общий крест? Ну, в 20 веке особенно, в преддверии 2000-летия, все учат о втором пришествии. Конечно, это неправильно. В каком смысле? Потому что Господь не говорил сроки. Это Нострадамус, лжепророк, может говорить о сроках. Господь говорит, что будет, признаки перед пришествием. Поэтому можно сказать, что наш крест общий сейчас есть то, что мы все в великом в обмане и в прелести находимся, потому что все время нас кто-то вводит в заблуждение, обманывает. И мы обманываемся из-за того, что мало у нас рассуждения. Наивысший добродетель, как святые говорят. Все говорят о втором пришествии Христа, как будто эра Христа будет, как будто тысячи лет на земле люди будут жить очень прекрасно. Это ложь. Отцы говорили, святые, что перед вторым пришествием Христа, кто, что проповедует о Христе, кто от Бога, тот скажет, что придет сын погибели, антихрист. Где-то 7 лет он будет царствовать, то есть 3,5 года он как овец, волк в овечьей шкуре сначала будет обманывать людей, а потом 3,5 года, когда его выберут земным царем и вождем всю вселенную, один царь будет править всю вселенную. Люди так захотят. Господь попустит это из-за наших грехов. И вот это уже последние 7 лет существования земной жизни. Но когда это будет? Давайте все узнавайте. Молитесь, поститесь, причащайтесь и по плодам узнайте дерево. Никто нам не скажет, вот пришел антихрист, кроме святой пророка Эли и Еноха, когда они придут. Поэтому вот наш крест, что мы должны терпеть всякие скорби и разумиться, и не попадаться под искушение, чтобы люди нас обманывают с телевизора, с газеты, с журналов, даже иногда, может быть, и в церкви. Потому что добрые пастыри не все. По плодам надо их узнавать. Те, которые любят Господа и любят свою паству и православную веру словами и делами, проповедуют. Не то, что строит для себя дома, машины собирает и так далее. И нет у него времени для разговора с паствой. Это не добрый пастырь. Пастырь добрый был святой Иоанн Кронштадтский. И надо, чтобы вот посмотреть, похоже этот батюшка на Иоанна Кронштадтского. Имеет ли хоть мизерную любовь, как он имел? Ну, еще можно сказать, что с ним можно побить.
Почему сейчас так много людей заблуждаются? Почему они идут не в церковь, а на какие-нибудь христианские вечера, где такое понятие, как святыня, как крест, вообще не существует? Это такой вопрос, что одним словом не ответишь, но кто от Бога, тот слушает мои слова, сказал Господь. Раз сейчас нет мессианства в таком уровне, как надо, правда, сказано, что в последние времена будет проповедано Евангелие по всему миру. Все будут знать о Боге. Нельзя сказать, что уже проповедано Евангелие, потому что сейчас... Многие люди сейчас думают, что они таким образом спасаются. Ничего, что там о кресте ничего не говорится. Люди по-своему истолковывают Библию. Вот. Но тем не менее... Эти все погибают. Но надо, чтобы они поняли, почему и вот мы хотели бы эти православные чудеса показывают всем. Те, кто от Бога, они мало-помалу поймут. И не будут осуждать, допустим, священников, а будут рассуждать и день и ночь молиться, чтобы получить благодать Святого Духа в таинствах. Или молиться Бога, что Господь даровал им истинных, добрых пастырей. Потому что мы тоже не заслуживаем, что у нас были патриархами, как Иоанн Златоуст, Василий Великий. Это мы сами не заслуживаем, к сожалению. Афины. Явлением животворящего креста Господь не единожды награждал православных греков. Достаточно вспомнить, как святой равноапостольный царь Константин видел на небе крест надписью «Сим победивший» церковь святого Ильи Пророка. Здесь, на месте подвижничества одного благочестивого яромонаха, росло дерево. Когда его срубили после кончины того праведника, с удивлением обнаружили на срезе изображение креста. Теперь этот срез хранится в храме и почитается как великая святыня. Чудесно явившийся крест напоминает нам о необходимости нести свой жизненный крест до конца. Похожее чудо произошло в Грузии. После недавней братоубийственной войны верующие в Тбилиси осознали необходимость возродить храм в честь небесного покровителя города святого мученика Абу Тбилисского. Во время постройки нового храма во дворе срубили дерево, и так же, как и в Греции, на срезе увидели крест. Кто-то скептически скажет, что это случайность, но тот, кто верит в случайность, не верит в Бога. Мы особо чтим святого апостола Андрея Первозванного. Он проповедовал Христово Евангелие народам Малой Азии, Грузии и славянским народам. А здесь, в Греции, в Патрах, святой апостол Андрей Первозванный, распинаемый на этом кресте 3 дня и 3 ночи, проповедовал и перед смертью завещал всем нам: «Братья, не забывайте учения моего, любите веру истинную, храните заповеди Господа Иисуса Христа». По преданию, на месте страдания апостола забит святой источник, вода его целебна для тела и для души. Снова Грузия, Цхета. Святая равноапостольная Нина во сне получила крест из виноградной лозы от Божьей Матери. И когда проснулась, то увидела перед собой этот крест. Святая Нина своими волосами связала его. Теперь эта великая святыня хранится в кафедральном соборе Успения Божией Матери в Тбилиси. По преданию, святой апостол Матфей, которого по жребию избрали вместо Иуды Искариота, тоже проповедовал в Грузии вместе с апостолом Андреем.
Это крепость Гонио, в Аджаре, неподалеку от города Батуми. Здесь находится могила апостола Матфея, на которой воздвигнут этот деревянный крест. На этом святом месте происходит духовное исцеление тех, кто хочет обратиться к истинной вере предков. Мы направляемся к великой святыне грузинского народа, к Крестовому монастырю. Здесь в начале IV века святая Нина по благословению первого епископа Грузии Иоанна крестным знамением освятила это место для воздвижения чудесного креста. Мы находимся в Крестовом монастыре. На этом месте стоял раньше огромный крест в IV веке. А потом в VI веке построили этот монастырь. Что монастырь? Сейчас действующий монастырь. Раньше здесь было видение, когда святая равнопосланная Нина молилась. Над крестом был виден светлый столб, верх которого был окружен 12 звездами в виде венца, и вся гора курилась благовонным фимиамом, и при виде его множество язычников обратились к вере Христовой. Чудо, что Грузия по сей день стоит, потому что он в океане инославных жил всегда. Империя рушилась, а православная Грузия по сей день жива. Видя бесчисленные знамения и чудеса от Пресвятого Креста, с верой приходили много бездетных женщин, молились и спрашивали себе чадородие, и получали. Они становились матерями многих детей. Чуть ниже пещеры текла целебная вода, которая женщинам помогает после родов. По молитвам святой равноапостольной Нины вытекает эта вода. А внутри этого креста находится частица живоговорящего креста Господня, на котором распяли в Иерусалиме Иисуса Христа. Так что это великая святыня. С Крестового монастыря открывается прекрасный вид на древнюю столицу Грузии Мцхета. Здесь в устье двух рек Ткуар и Арагви в 337 году было крещение грузинского народа после проповеди святой равноапостольной Нины. Кафедральный собор Святой Цховели, в переводе «Животворящий столб». Церковное предание гласит, как этот столб в огненном виде опустился вниз и приблизился к своему прежнему основанию, и стал над ним, над пнем, на высоту 12 локтей. Потом столб поднемногу то поднимался, то опускался к своему основанию, из которого стала истекать благоухающая мира. После сего столба окружило радужное сияние, осветившее собой всю окружающую местность. Небо соединилось с землею, и бесчисленные лика ангелов восходили и нисходили на святой столб. Нижний пен несколькими ручьями испускали из себя самого благовонного мира. Видя такое великое знамение, царь Мирьян и царица Нана и все придворные выбежали из дворца и побежали к столбу, прославляя Господа нашего Иисуса Христа. Множество болящих приходили к святому столбу, а святая Нина возложением своих рук и помазыванием святого мира исцеляли их. А этот мироточивый крест сделан из животворящего столба. А здесь в протяжении 20 веков неприкосновенно хранится хитон Господа. Отец Михаил, мы стоим перед великим святыней всего мира. Хитон Господа нашего Иисуса Христа находится внутри этого, что мы видим. И здесь есть распятие, как раз фреска. И на распятии мы видим, что Господь одет хитоны. Вот этот хитон находится неразделимый хитон, как неразделима наша вера православная. Здесь глубже.
Отец Михаил, вот я вспоминаю те времена, когда где-то 25 лет назад вот начали здесь, в эти места, как раз археологические раскопки, академики работали день и ночь, они даже ночью не спали, так волновались, чтобы хотели, чтобы они нашли саркофаг, убедились в этом предании церковного. Да. И случилось так, что один академик видел сонное видение, и Господь Иисус Христос говорит ему, что где он находится приблизительно. Да. Так указывает, и тут же предупреждает, что не надо трогать и открывать этот саркофаг. Да. Ну, тогда, вы помните, наверное, было такое, такие времена, что те, которые в властях тогда были, они неверующие были, они заставили их, чтобы они все-таки открыли это. Да. Но в это время этот саркофаг содрогнулся как-то, понимаете? Да. И сильные голоса, да, как будто землетрясение, и сильные голоса туда выходили, да. Что они в великом страхе и испуге оставили все это дело. Все, да, это действительно, да. Это великая тайна, знаете, эта тайна будет ясна всем, когда будет второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. До этого этот саркофаг будет так напечатан, вот такое предание есть. Alleluia, alleluia, vide bascendam et hoc. Alleluia, 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 vide bascendam et hoc. Alleluia, 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 vide bascendam et hoc. Вы глубоко верующий человек, и вам не нужны никакие доказательства, что Бог существует, хотя вы их уже получили неоднократно. Что вы собираетесь делать дальше? Вы будете до конца своих дней странствовать? Во-первых, что будет дальше, знает только Господь. Будем живы и здоровы, и продолжим этот путь, потому что, видите, чудеса не перестают быть. Везде чудо. Надо только увидеть это. Раз другие затрудняются увидеть чудо, то поэтому другие помогаем. А так, если дадут возможность продолжать образ такой жизни, такого образа, конечно, я с удовольствием, пока я имею силы, продолжу. А если будет другой образ, то есть если не дадут возможность, тогда человек должен смириться или стать исповедником. Будем живы и здоровы, вот покажет жизнь. Спасибо, Господи. Во славу Божию. Сегодня в день Успения Пресвятой Богородицы мы вместе с вами увидели много православных чудес, которые привез из своих странствий Давид Георгбиани. Мы надеемся и в будущем, благодаря этому человеку, узнавать о новых проявлениях милости Божией на земле. До свидания. И спаси вас, Бог.